Всем привет, друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? На каком вы канале? Сегодня у нас очередной развивающий ролик. Игра называется Топ Хлоп. Она способствует развитию памяти и внимания. Сейчас я буду говорить различные фразы, а Денис должен определить, правда это или ложь. В эту игру можно играть с детишками разных возрастов, от мал до велик. Просто фразы должны быть разного уровня сложности. Трава белого цвета? Разве? Трава, ну-ка вспоминай, травка какого цвета? Белый. Ну, а я тебе говорю, что трава белого цвета. Надо что сделать? Не согласиться. Когда мы не соглашаемся, мы... Что делаем? Топаем. Ну, давай потопаем. Правильно. Кошечка мяукает? Да. Значит, что делаем? Хлопаем. Давай хлопаем. Так, а собачка каркает? Нет. Значит, надо... Давай вместе... Топаем. Топаем. Собачка... Правильно, да. А поезд плавает? Нет. Значит, надо что сделать? Потопать. Давай, потопаем. Хорошо. А кораблик плавает? Да. Значит, мы с тобой... Что должны сделать? Похлопаем. Ну, давай похлопаем. Супер! Я говорю, что папа выше Дениса. Это правда? Да. Значит, надо... Похлопать. Правильно. Денис сейчас без ботинок. Это же не правда? Правда. Значит, надо что сделать? Потопаем. Давай потопаем. Отлично. У Дениса есть носик. Значит, надо что сделать? Похлопать. Давай. Отлично. Деня сейчас одет зеленую футболку? Да. Значит, это правда? Да. Значит, надо что сделать? Похлопать. Нет, мы топаем, когда неправда. А что мы должны сделать? Похлопать. Давай вместе. Вот, друзья, вот такая игра «Правда-ложь». Топ-хлоп она у нас называется. Мы как раз тренируем память. Логическое мышление и немножко тренируем физическую подготовку. Вот такая интересная развивающая игра. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы будем придумывать дальше развивающие ролики. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч, друзья. Оставляйте полезные комментарии. Пока-пока.